Государство начинается с семьи. Именно поэтому семьям уделяется большое внимание. В Павлодаре прошел форум ОНЕГЕ. Главная его цель – объединение усилий общества на развитие в Казахстане семейно-ориентированной социальной политики. В семинаре приняли участие представители всех государственных организаций города, а также общественных объединений. С каждым годом в Казахстане увеличивается число разводов, которые стали восприниматься как обычное явление. На самом же деле это острая социальная проблема, одной из главных причин которой является бытовое насилие. Согласно статистике, первые 5-9 лет являются кризисными для партнеров, и не каждый в силах выдержать груз навалившейся ответственности. Этой теме и был посвящен форум ОНЕГЕ. Сегодня у нас как бы проводится форум. Форум ОНЕГЕ – это основа благополучной жизни. Он направлен на улучшение качества жизни людей, то есть семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Жертвами конфликтных ситуаций в большинстве случаев становятся женщины и дети. За них в области есть кому заступиться. Это кризисные центры. К примеру, в настоящее время в центре для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пребывает более 50 человек. Там они находятся до тех пор, пока конфликт в семье не будет исчерпан. Все вопросы, которые сегодня поднимались выступающими людьми, они очень полезны для того, чтобы разрешить какие-то семейные конфликты, какие-то семейные ситуации. Эта тема для нашего центра очень актуальна, потому что к нам попадают дети, которые действительно по каким-то семейным проблемам, по каким-то вот конфликтным ситуациям между родителями попадают к нам. Уже не первый год Казахстан входит в десятку стран по числу разводов. В рамках республики наибольшее их количество приходится на северные регионы. Сабина Рахимбаева, Азбек Смагулов, Иртыс Ахпарат.